Хобана. Здорово. Так, сегодня у нас очередной день Че. Теперь день сдачи цветного металла. День Ц. Цветной металл у нас. День Че — это черный металл, день Ц — цветной, будет вот так. В общем, что мы сегодня будем сдавать? Будем сдавать вот алюминиевые потолки. Алюминиевый такой профиль. Все от потолков. Вот эта штука тоже алюминиевая. Значит, вот это у нас разбора с холодильника. Это как радиатор пойдет. Здесь у нас немного меди в пакете. 2 килограмма 400 грамм. Так, еще у нас пойдет вот этот алюминий. Также у нас пойдут вот такие вот аккумуляторы, 3 штуки. Так, ну и пойдут бойлеры. Бойлеры мы сейчас вот эти вот еще разберем. Значит, бойлер у нас вот один, там второй маленький. И, соответственно, 2. Это все нержавейка. Так. Все, в принципе, по цветному металлу. Но если что-то забыл, я еще покажу. Так, ну и в общем, вот я еще проехался по нашим родимым мусоркам. В основном собрал один картон. Ну, конечно, есть и железо, есть и железо. Вот бак. Там еще один бак внутри. Системник раздолбанный. Это так, что поверхностно видно. Тут вот стул. В общем, давайте так. Я сейчас это все выгружу. Картон я выгружу вот туда. Сейчас эти бойлеры уберу. Уберу сразу вот сюда. Вот здесь я буду их разбирать. Бойлеры уберу. Туда сверху сложу картон. Посмотрим, сколько его по объему вышло. Ну и покажу железяки, которые привез. Все, смотрим. Так, значит, решил поставить сюда вот такую коробку. Там она стояла у меня пустая. Вот это так. Вот это вот тоже еще пустая. Коробку. И в нее буду складывать сразу картон. Так будет удобнее хранить, перемещать, ну и так далее. Вот так вот это все укладено, уложено. И вот столько у нас еще там есть. Еще прилично картона. Выкидываю железо. Сейчас полностью все выкину. Все покажу. Тяжеленная штука. И неудобно брать. Но зато хранить удобно. Казалось бы, что там картон, в принципе, воздух. А весу, я вам скажу, там прилично. Ну, блин, ну килограмм 20 вот эта коробка точно вешает. Все, погнали дальше. Еще один плюс работы с картоном. То, что его можно порезать и в размер сразу поместить. И уложили. Вся вот эта мелочь идет в дело.
также попадается сразу вот так вот упаковано. В принципе, я сюда еще пару-тройку коробочек засуну и так прямо оставлю. Смысла не вижу перекладывать. Все, можно закрывать. Так вот все компактно у нас складывается. Ну все. Вы сами, в принципе, все видели, каким образом все это складывается, каким образом это все аккуратненько хранится. Все, теперь давайте пробежимся по находкам с металла. Итак, вот все находки с металлом. С металла. Значит, вот ведра, системник. Там системник раздолбанный. Трубка, решетка, велосипед. Хорошо, что без покрышек сразу же, а то их морока снимать. Это какое-то, я не знаю, что это за изобретение даже было. Что это? Тележка вот такая вот крутая, можно на ней что-нибудь возить. Ведро, обрезки от металла, ну металлопрофиль, короче, банки, стекло и вот такая вот прикольная, это называется газетница. Газетница, такой раритет. О, газетница настенная, цена 4 рубля, рисунок один. Ну все, сейчас я чищу вот эти бойлеры и будем загружать цветной металл. Так, все, металл весь собрал. Вот два бака предыдущих. Здесь трубочки все, это тоже нержавейка торчит. Значит, вот это вот у нас стоит алюминий. Алюминий, вот мешочек, кстати, сразу, видите, пригодился. Такой алюминий, здесь эти потолочные. Потолок, короче, я не помню, как он называется, потолочный профиль. Ну и всякий различный профиль. Там также вот движка туда все закинул. Здесь, соответственно, корпус от этого монстра, который мы разбирали. Ссылка на это видео будет вот здесь. Также морозильная камера от холодильника и радиатор. Радиатор по отдельной цене пойдет, его отдельно взвешиваем. Ну, точнее, я его уже взвешивал, 1,8 килограмма. То есть он примерно 50% от стоимости алюминия идет, поэтому рублей, ну, что-то 50-60 будет стоить. За килограмм имеется в виду. Ну, рублей 100, наверное, вот эта штука выйдет. Дальше у нас идет медь. Меди здесь около 2,5 килограмм, ну, сейчас мы взвешиваем. Все, вот она вся куча. Вот он весь. Вот он весь алюминий, вот он весь... Нержавейка, вот он весь медь. Вот такая вот красота. Ну все, вот такая вот у нас получилась красота. Значит, все. Все складываем в машину и едем на приемку, сдаем и узнаем цену. Погнали!
Все готово, погнали. Позвонил я на приемку, узнал цены. В общем, нержавейка не изменилась, 110. Алюминий также 110, короче, от 110 там и выше. Ну, почти по 110 походу посчитает, потому что миксом все. Медь приятно, 605, от 605 до 640, обалдеть. Ну и аккумуляторы 60-65, он сказал, ну по 60, видимо, посчитает, все по минималке я брал. Ну вот такие вот цены. Сейчас посмотрим в итоге, что у нас выйдет на приемке. А у меня тут нержавейка, алюминий, медь, аккумулятор еще есть. Давай с мелкого начнем, да? Так, что, алюминий тогда, да?